И к другим темам подведены итоги республиканского конкурса среди журналистов. Профсоюз работников здравоохранения Казахстана посвятил этот конкурс 20-летию Астаны. Главная цель – показать и рассказать о достижениях, новшествах в отрасли медицины и о работе сотрудников здравоохранения. На конкурс были представлены более 60 работ, приняли участие средства массовой информации, профессиональные журналисты и корреспонденты. Среди них редактор телеканала «Атырау» Гульназ Каримжан, ставшая обладательницей утешительной премии. Я считаю это большим достижением для Атырауской области. Через вас отражается доблестный труд медицинских работников. Хотелось бы, чтобы журналисты активно участвовали в таких конкурсах. Желаю всем работникам службы информации области творческих успехов.